Вот уже 3 года в Ульяновской области действует программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Алена Парфенова и Ирина Туйгина переехали в новый дом на проезде Заводском этим летом. Однокомнатные квартиры площадью 33 квадратных метра с полной отделкой и новой сантехникой девушки уже освоили и даже планируют ремонт. Получила жилье летом, выдали мне ключи. Когда выдали ключи, конечно, была другая дверь чуть-чуть, и не было балкона. Потом в квартире был ремонт, сантехнику предоставили чуть позже. И также предоставили плиту, но вот пока не установили еще. Чтобы получить заветное жилье, девушкам пришлось ждать своей очереди практически 6 лет. Неожиданно поступил звонок, я была на работе, я была в шоке. Когда мне позвонили, сказали, что завтра нужно прийти за ключами. Ну, сейчас лучше, конечно, только за коммунальные услуги оплачиваю. И как бы все покупаю в квартиру на оставшиеся деньги, на которые я снимала. За съем жилья у меня выходило где-то порядка 10 тысяч. Сейчас я эти деньги как бы частично на мебель, частично на продукты. Наступающих холодов новоселы не боятся. В квартирах очень тепло. В шаговой доступности магазины, поликлиника, детский сад и остановки общественного транспорта. За 16-й год мы сегодня уже обеспечили 260 человек. И до конца года мы планируем эту цифру довести до 300 человек. То есть сегодня в связи с увеличением финансирования с областного бюджета и с федерального бюджета мы эту программу как бы сейчас более активно осваиваем. По программе первые 5 лет дети-сироты проживают в квартирах по договорам найма. После этого документ можно будет продлить или оформить жилье в собственность. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.